Какая-то странная надпись. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю играться в игрушечку под названием The Solus Project. Я нашел такие ключики два, и сейчас вот в этой серии я пойду открывать башню. Главную башню, да. А, я вот тут хотел забраться. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Так, не долетает, надо выше. Так, я тут не заберусь, да? А вот отсюда? Не, я что-то мерзну нахрен. Что-то там охеренно холодно. Ты чё, мне вот тут сидеть все это время? Не, так не катит. Вон башня, вон, мне в башню надо. И пофиг, что холодно. Так, во взяли вот это. Куда-то я залез. Так, не теряй, отсюда надо как-нибудь аккуратненько спуститься. Во. Идем, идем, идем. Смотри, они только ночью распускаются. Так, а где башня? Вон она. Идем в башенку. Сейчас мы ставим два последних ключика. Сейчас еще вот тут пожру. Попью. И сохранюсь. Окей, все у меня окей. Так, вот тут сохраняемся. Тень, сохранились. И полезли наверх. Давай. В темпе, в темпе, в темпе, в темпе. Давай, беги, беги, беги. Оп. Вымок. Да как я вымокаю-то? Почему? Откуда я вообще вымокаю? Каким таким путем-то? Оп. Интересно, что будет, интересно, что будет. Ого, я прям в предвкушении. Только мне бы успеть тогда смотаться, если так и по инструкции. Тут током, наверное, должно долбить. Зима прям началась, лютая зима. Это они еще русскую зиму не видели. Опа, стержень вышел. Охренеть. И еще один. Дождитесь удара молнии. А мне наверху сидеть ждать? Меня ж тут приколбасит. А не, вот смотри, молния пошла. Опа, опа, опа. Смотри, сгущаются тучки. Вот это небо звездное. Так, ладно, мне тогда не наверху, по-любому туда сидеть ждать-то.
удара молнии. Так, давай по-аккуратному. Пойду из лагеря ждать. Смотри, я спускаюсь, температура растет. Планета греет. Так, вот я внизу. Блин, а как мне теперь... Во-в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 о. Как мне теперь дождь-то вызвать? Вот я буду долго ждать молнии тут. Нафигенски долго, мне даже делать тут-то нечего. А, не, вот смотри. Опа, 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 опа. Давай. Херач. Херач прям в стержень. Бля, страшно-то как. Опа, попало. Смотри. Вернитесь в пещеры. Окей. Чё, no problem. Давай. А только как, он там? Бля, да хорош тут всякую херню делать, вот смотри-то. Смотри, ещё чё-то. Опа! Чё это? Смотри, они за мной смотрят. Ладно, текаем. Привет, ребята. Уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим. Как же, блин, шумно стало. Воу! Я слеп. Да хорош. Да погоди ты, не Cold Event. Температура падает, да, вижу. Ухожу, ухожу, ухожу. Я сейчас в это смотаюсь. Так, сохранялочка. Сохранялочка готова. Воу! Вот еще два глаза. Привет, ребята. Откуда вы? А чего вы понападали-то? Сраные пришельцы. Блин, а тут ты их, а? Погоди, мне чутка осталось до этого лагеря. Вызвал, блин, молнию. На свою беду. Идем обратно. Ах. Точно. Я запитал теперь вот этот большой кабель. Да-да-да.
Теперь у меня там лифт поедет. Фу. Вот я. Вот я и в пещере. Я еще деталь же на этом острове нашел одну. Одну почему-то только. Можно попить пока. Пока грузякается. Вот это я сейчас предчувствую. Вот это там сейчас разворот будет. Да давай, грузи, у меня уже, блин, не имёшка мне. Люблю такие игры про космос, вообще просто. Они прям космос становятся. Да ты чё так долго-то? Ну, серьёзно. Грульня стоит на супер-быстром SSD-диске и их так херачит долго. Интересно, удастся мне колонизировать эту планету? Я ж пролетел-то колонизировать ее. Вы покидаете область. Окей. Я слышу, как там. Смотри, тут все светится. Генератор-то работает. Новая точка назначения. Найдите путь назад. Заебись ты так. О! Мне тепло тут должно быть. Нихуя себе, 74 градуса. Конечно, тепло. Такие звуки страшные, охренеть. Кончились страшные звуки. Так, до точки назначения мне 317 метров. Так, вот эта штука-то теперь работать должна, да? Нет, все так же. Оп. Чуть не тут. Чуть надо вот тут. Давай. Какие-то новые звуки появились. Смотри, там светится все. Офигеть, египетские пирамиды сосут. Смотри, тут какая хероборина-то все, а? Бля, класс. Вот если бы вы еще воду высушили, было бы вообще шикарно. Бля, как она гудит, а? Тепловая артерия. Я тут был уже. Не, погоди, это же тут эти... Через эти прыгать. Я не хочу тут идти. Так, надо только вот убрать. Ну ладно, я сохранился. А, стой, подожди, я забыл, как идти-то. Идти надо. Одна... А, тут, значит, через одну. Ну, через одну. И там потом я уже до конца, наверное, докину. Ой. Да, докинул таки.
Так, тут вот эти сраные тучки. Три. Фонарик? Нет, не фонарик. Вот он, фонарик. Блин, фонарик не зарядился. Так, а тут растопилось? Мария, растопилась! Пойду вниз. Охренеть! Я прям не перестаю удивляться. А, смотри. А, нет, я вот сейчас тыкну. Воооо! Блин, как же я обожаю такие игры, а? Когда что-то такие прям, а, прям что-то новое такое, а, прям, и ты ж прям... С открытым ртом прям все это смотришь. Так, я тут тоже тучек слышу. Так, фонарик обратно. Так-то выключить? Нет. Опа, еще вниз. Ну, давай сходим. Ни хрена. Сисе. Так, а вот этот внизу-то у меня не провалится под ногами прям? Нет. Ну, все равно по краешку пойдем. Чё? Где клик тет? Деликит, не знаю. Чё? А, вот ещё столбики. Понял. Тут какую-то историю, наверное, рассказывают, а я ни хера не понимаю. Не, чё-то я не хочу в эту точку пока идти. Не хочу в конец игры. А-а-а! А, нормально. Нормально. Хе-хе. Опять загрузка. Мало я прошел, чтобы загружать-то. Ну, хотя, наверное, просто проходной левел вот этот-то был, который заморозил. Интересно, куда я в недра земли лезу? Блин, какие они там метры-то построили, а? Наши метры прям вообще в подметки не годятся. Хотя тоже какой-нибудь древний человек придет в наше метро, такой, о, вот это они настроили, а! Тоже охренею. Не люблю, когда она грузится. Не люблю. Она так долго, нудно, ни процесса прям, ни, точнее, ни процента загрузки нету. Вот хрен знает, сколько тебе вот сидеть, вот на эту, блин, картинку смотреть меняющуюся. Насмотрелся я уже, достаточно. О, во. Так, 0 деталей, 0 секретов, маяк, 33% фонарика. А, смотри, это я вообще в начале. Или нет? Да, это я вообще в начале. Вот это они закрутили. Вот это. Вот это закрутили. А маяк-то это мой. Чё? Уилсон, рекорд. Уилсон. Я не могу осознать, что я вижу. Технологии, огромные структуры и контролирующие погоду. Я только огромный привод, который пустил электрический ток. The beings who built all this were possibly more advanced than we are. They're harnessing energy in ways I've never seen. I don't understand what happened to them. Even worse, I don't understand why they look so like us. Their skeletal structure is borderline human. They even have a written language Wilson can read, for God's sake. It must be similar to hieroglyphics or Proto-Sumerian script. I can't believe I'm saying this, but do our histories overlap? I'm going to keep exploring. There may be more secrets,
more dangers. Unclear is 6143C. Scan out. Вау! Субтитры русские. Вот этого не ожидал. Так, ну вот я и пролез сюда. Ну, а точка-то моя куда? Нашел я выход. Не, а действительно, о чем мне сейчас тут делать-то вначале? Маяк строить. Не маяк, а хрень. Вот смотри, у меня целая запчасть есть, 3 штуки. Да. Чё было? Так, ну тут я везде был. Вот я ж, бля. Забыл я про этих жуков. Уйдите. Дрянные жуки. Так, точка назначения это наверх? Это наверх. Не хочу наверх. Или точка назначения мне вот сюда? А я же вторую такую еще часть могу открыть. Нет, это вообще на выход. Но. Да. Это вообще не туда. Так, ладно, тут тучек нету, будем с факелом ходить. Он более так в разные стороны светит. Я ж тут еще одну такую же нашел, которая не открывалась. Куда я хожу-то все? Заблудился к фигеням? Или нет? Или вторую часть я такую открыл уже? Так, там я был. Там я точно был. Так, оттуда я пришел. Так, понятно. По-моему, да, по-моему, вот в этой стороне. Нет. А вот она, точно. А смотри, а это не толкается. Нет, толкается? Нет, это не толкается. Да, и это не хочет. Ну чё, пойдем тогда наверх. Запустим еще 3 вот эти штучки у меня, которые в инвентаре валяются. Так, здесь тупик, да, здесь тупик. Помнил. Всё, вспомнил я. Приблизительно. Чё, как тут где построено, как? Ща пойду засуну в башню 3 части для нее. Не хватает сна. Давай тогда вот тут поспим, подожди. Тут тепло, сухо. Да. Давай, Б. Давай тогда на всю тоже на срачку поспим. Интересно, что будет, если я запущу вот этот маяк? Башня. Начнется колонизация планеты. И почему они так похожи на нас? Структура. Структуры ихнего скелета похожи очень. Я не знаю. Зачем он записывает это все на кассету? Космические корабли должны быть какие-то... Good, отлично. Должны быть какие-то там, не знаю, сверхносители информации. SSD-карты на... петабайты. А нет. На какую-то пленку записывать на кассету. Так... И
и вот сюда? Так, 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 так. Нихерашеньки же не помню. Ладно, будем тогда бежать в сторону точки. Может, так мы быстрее доберемся. На выход. Там сколько до нее? 500 метров? Дурацкие ежи, бляха-муха. Так. И нихера, да? А, нет, тут. Тут, тут, тут. Да нихера, нет, нет. Куда я ползу, ёшкин-матрёшкин? О, смотри! Нашел артефакт, которого не было. Реликвии бытия. Максимум здоровья. Только мне не сюда надо. Так, точка вон. А я тут. Так, это я обратно. Ну ладно, давай тогда. Пойдем тогда не сюда. А вот сюда. Может, тут я выберусь. Так, лево, право. Вот, что-то светит. Так, отлично, значит, туда пришли. Оп. Бляхин-мухин, не туда. Во-во-во-во-во. Отлично. Так, сохранялочка, отлично, сохранялочка, сохранялочка. Фух. Пока вроде, значит, правильно двигаемся. Так, а мне трех частей-то хватит, чтобы запустить-то мою-то? Так, это я не брал, это я не брал, это мне не надо, это тоже не надо. Так, тут, по-моему, плыть надо. Тогда, знаешь, что сделаем? Тогда факел мы уберем, возьмем вот это. Смотри, я в воде прям сохну. Давай, вылезай из воды уже. Так, что у нас там по состоянию? Сохнем. Ну ладно, тогда пойдем пока. Пока будем. Артефакты перевели. Сейчас, погоди, я высохну. И мне надо наверх. Надо ли выбираться из этой пещеры? Валяется камешек. Сыташиса. Так, вот здесь пойду. Я уж сухой почти, да? Уже весь сухой. Во, выход. Давай, давай, на выход. Я тут уже всю пещеру облазил. Тут не секрет, так ничего. Так, пить не хочешь? Пить не хочешь. Воу, стой! Воу, воу, не падай!
Так, смотри, секретка, походу, дела. Да, секретка. Не, а, я тут был. Был, по-моему, да. Только, по-моему, сразу в воду падал. И плыл там по воде. Да ты чё такой какой-то кривожопный? Да, вот здесь, по-моему, что-то собрал. Какой-то артефакт. Да, ладно. Сейчас сядем поудобнее и потекали. А то уж что-то дофига по времени пишем, а продвижения никакого. Надо хотя бы на поверхности идти. Оп. Так, давай. Во, выход наружу вижу. Выход наружу. Наруженцую. На улицу. Засиделся в этих подвалах уже. Вы покидаете область. Секретной области найти. 3 секретов. 0. Чё? Не дочитал. И опять загрузка. Блин, в этой серии уже дохрена загрузок. Хватит тратить мое время. Загрузки. Еще бы какую-нибудь такую полноценную выживалочку поиграть. Что-то по типу Сабнатики. Сабнатику жду, пока обновится. Блин. Чтоб что-нибудь новенькое там построить. А то уж все построил. Вот жалко то, что в выживалках нет какого-то такого... финала, что ли, как сказать. Цели. Только типа выживи и все. Во, выход. Выход. Ты как-то в гору, прям вообще прям так медленно, прям так. Медленно ползешь. Вот и все. Я типа наружу, осталось только туда диск бросить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Продолжение следующей серии. Пока-пока.